Всем привет, ребята. Смотрим бой с Рашима 3 на 3 в напарниках. Эро, Карафаки против нас Вандер Вейдер, Сильвер и Некромонгер. Такие вот ребята, довольно-таки перекачанные в плане героев, то есть основного аккаунта, основных юнитов. Все, конечно же, фул, все под ранг, как и должно быть. Карта Перешейк. Ну, такая вот карта, на самом-то деле, играбельна, можно играть, тащить. Даже авиацию можно делать чисто наземкой, давить конфу. Сразу же, ребят, ставьте лайки, кто еще этого не сделал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, комментируйте. И будет у вас все четко. Собрали ресурсы, в принципе, более-менее нормально. Напарники развиваются. Выход в море есть. Выплывают первые кайманчики. Начинают собирать ресурсы. Я быстренько развиваюсь. Бороться за спорный ящик, наверное, не буду. Потому что нет в этом смысла. Один хрен его не возьмешь. Второй день, кстати, у меня выходной. Честно говоря, желания записывать бои вообще практически нету. Еле-еле себя заставил записать данный бой. Бои есть бои, есть что записывать, но желания нету. Не знаю почему, может уже надоело этим делом заниматься. Так что, ребят, хотя бы, я не знаю, какая-то поддержка от вас должна быть за то, что хоть что-то выкладываю. Хотя бои, да, на самом-то деле, интересные бои, неплохие против таких вот жиров, хорошие поединки. И вот по традиции конфедерация захватила спорный ящик и начинает рашить кого-то из троих, одного из троих. В этот раз это был желтый. Вот, начинает его давить этими церберами. Фуловая пехота, смотрите, как отлично уничтожает заводы. К сожалению, я пока ничем не могу помочь. Просто нечем помочь. Выносит заводы. Все довольно-таки хорошо у конфедератов. Такой вот неплохой раш они устроили для нас. Мы потихонечку пробуем как-то отбиваться. Ну, одиночные ягуары против такой армии ни на что не способны. Нужно хотя бы 2-3 ягуара, чтобы это все дело как-то законтрить. Ну, видно, что конфедераты приняли решение отступить. Ну, неплохо. Уничтожили несколько заводов, там несколько важных зданий. И отступают. Ну, как отступают? Туда-сюда катаются. Ну, уже появился какой-то крот. Ага, есть, конечно, и Серафим. Видно, что автопушка неплохой урон такой наносит, но этого урона недостаточно. Дикобразы, к сожалению, в сторонке стоят. Серафим тут развлекается. Два Серафима не дают покоя бедным сопротивленцам. Пробуем как-то дикобразами это все дело законтрить. Чудом у нас это удалось. Тут уже какой-то первые аллигаторы плывут, чтобы как-то подрашить противника. Ну, тут есть уже торпедные платформы. И видно, что конфедераты подготовились к данному рашу. Зеленый, кстати, уже неплохую армию наделал. В принципе, так же, как и я. Скоро уже будет хамелеон. Вот ресурсы подкопились. Я не знаю, возможно, какой-то вылет с игры. Но я не уверен. Может, можно просто лагануло немножко. Ага, тут уже соляры есть. Она соляра в одиночку убила двух аллигаторов. Практически без какого-то там урона для себя, да. Ну, типичная соляра. Конечно, в игре нет никакого баланса. Как конфа им бабала, так она им будет дальше.
Зеленый уже сделал хороший отряд его хама. До сих пор производит своих аллигаторов. Не знаю, зачем он их делает. Толку от них, ну, грубо говоря, нет. Просто слив ресурсов. Фиолетовый уже начинает атаковать хорошую армию. Зевса щита, там Солярис и все остальное. Я пока что держу позицию на холме. А желтый и зеленый пробуют это все дело отбивать. Но как-то не очень у него получилось с атакой. Я захлебнулась атака. Вот зеленый какими-то одиночными зевсами. Ну, как бы хорошая армия, она просто без щита, я не знаю, зачем атаковать, если у тебя даже нету щита. Я вот тут помогаю своим левиафаном. Неплохо, в принципе, получилось. Не видно, что Серафим очень мощный урон наносит по Левику. Тем более, их тут еще и два. То есть, Левик сдох плюс-минус за 5 секунд. Вот с двух, ну вот. Ну, як двух, там, грубо говоря, один Серафим атаковал, второй просто помог ему добить. 5 секунд и нет Левика 7 класса. Неплохая армия его хама. В принципе, можно как-то попробовать проатаковать. Ну, то, что я и делаю. Занимаю позицию все ближе и ближе к противнику. Тут попал под раздачу Серафима. Понял, что дела довольно-таки плохие. И надо что-то выдумывать. Напарники, конечно, молодцы, но они пока что сидят на базе. А я такой самый рисковый, который пробует как-то атаковать. Ну, мне сейчас вдвоем просто два конфедерата могут запросто перебить всю мою армию большую, да. Вот тут, конечно, практически убили Соляриса, но практически оно не считается. Солярис выжил, как обычно. Как обычно это бывает. А вот зеленый держит на базе. Ну, зеленый и фиолетовый. Держит на базе моих напарников. Дают им куда-то выдвинуться. Ну, а я вот делаю свою диверсию. Делаю свою атаку с двух сторон. В самом-то деле неплохо получается. Потихонечку прорываемся. Зевсы, кстати, вот стоят. Куча ПВОшек. Ну, это сделано на тот случай. Может быть, какая-то диверсия вонючего Левика. Ну, больше всего, что такая была задумка. Вот тут основная армия стоит здесь. Мини-отряд какой-то пробовал атаковать. В принципе, слился. Аллигаторами пробует напарник как-то пробиться. Ну, хотя бы им что, здание уже это неплохо, я считаю. Вот армия зеленого бодается с моим напарником. Давайте посмотрим, что с этого выйдет. Ну, неплохо, Левик. Неплохо, ядерка попала по армии. Видно, что Левик пожирнее, чем мой. Но все равно он быстро дохнет. Все-таки там тайфунов 8, возможно. Он упал. Ну, хотя вот, по наземке, по танкам его хам перебил. В принципе, уже какое-то преимущество есть. Потихонечку желтый начинает догонять и хотя бы перебивать тайфуны. Я, кстати, пробился. Неплохо так я пробил синего игрока. И армии сохранилось нормально. Ну фулл КО 5-го штаба. Ну, 4-го точнее. Фулл КО 4-го штаба. Туда-сюда в основном катаюсь, потому что у конфедерата тоже нормально так танков. Вот он едет через узкий проход. Давайте посмотрим, что с этого выйдет. Видно, да, есть какие-то смотрители. Ну, конечно же, типичные жиробасы, у которых все прокачано. И все есть. Пробуем я вухамом это все дело встречать. Но как-то непонятно, юниты противника сливаются. И видно, что скилл вообще отсутствует. Просто тащит за счет жира. Не знаю, это глупо слил армию. Я просто всю его технику перепил типичной наземкой. Ну и напарники потихонечку делают то же самое воспитание конфедерации.
Я думаю, можно это все дело немножко перемотать. Мне кажется, тут же и так все понятно. Так, давай, давай, давай. Сейчас быстренько. Идут, вот мой напарник помогает добить синего. Ну и мы с двух сторон просто-напросто за счет количества это все дело перебиваем. Тут Левик попал по наземке зеленого. А я и с желтым просто добиваю синего. Ну, по крайней мере, пытаюсь это сделать. Все-таки, хоть и рак он, но армия у него мощная. Кстати, кинул ядерку в никуда. Ну, ухильнулся, да, противник. Идет добивание. Вот эти, конечно, блин, смотрители очень сильно напрягают. Хорошо, что он невысокого класса. Хотя бы быстро дохнет. Да и, в принципе, все уже. Тут изи-катка, победа. Хотя противники еще сопротивляются, но... Еще играют, но на самом деле играть уже тут, как по мне, нету смысла. Синий пробитый, эти еще пока живут. Уже напарнику пятые штабы, он уже ядерки готовится, то есть все как и должно быть. Я, кстати, тут потихонечку слил свою армию, ну ничего страшного, сейчас будет удар ядерки. И все это дело быстренько закончится. Ну да, противника просто. Четвертые штабы, там никакого луча не может быть. Тем более, очень много играли. Куча ресурсов сливалась, так что... Никакого луча не может быть. Вот удар. Удар именно идет по наземке. Такой вот удар неплохой. Минус вся наземка конфедерации практически. Ну, конечно же, некоторые юниты уцелели. Но это уже, в принципе, можно добить. Так что вот такой вот мощный бой с режима 3 на 3. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачки, всем пока. Так что еще хотел вам подгончик сделать. Промокодик, как обычно, от Вандама. Приветствуется промокод. Так, давай, загрузайся. Загружайся побыстрее. Долго грузится. Сейчас поставим на паузу. Так, ребята, вот промокодик. Пожалуйста, вводите. Промокод рабочий, получаете свои 150 голды. Активация ограничена, так что успейте. Всем пока.